Всем привет, с вами Мотобустер. И сегодня мы рассмотрим мотоцикл до 100 тысяч рублей. Если ты еще не подписан на этот канал, подпишись. Мой ник Мотобустер. Первый претендент — это Suzuki Gixxer 600. Рассмотрим картинки. Фары нет, приборки нет. Ну, такое, ну 600 за 90, вы сами понимаете. Не может быть в идеале. Как бы в блять, априори вообще не может. Инжектор 2000 год, на ходу, с документами, в состоянии как на фото. Есть еще приборка, одна в комплекте. Рассмотрит обмен. Находится в Санкт-Петербурге. Ну, я бы сказал, нормальный за свою цену, ну, себе бы не взял. Потому что он видно, что поюзанный сильно. Второй мотоцикл, который мы рассмотрим, это китайская копия какого-то там японца. Сибир 250 называется, за 55 тысяч рублей. Так. Ну, по виду китайская китайц. Мотор в хорошем состоянии. Все кратко и понятно. 55 тысяч рублей. Ну, по виду офигенный. Ну, состояние. Не сказал бы, что он офигенный. Ну, по дизайну, ну, что еще сказать. Давайте что-то еще посмотрим. Ишпланет Спорт, давайте посмотрим. За 35 тысяч рублей. Был за 60. О, вот это. Чувствуете? Советское. Так. Ну, по виду нормальный. Такой неусосанный. Ишпланета Спорт 350. 77 года выпуска. Хорошее состояние, на ходу. Цена очень хороша. Потому что и сейчас продают по 50, по 100 тысяч рублей. А этот по виду так, ну, не убитый. Давайте посмотрим следующее объявление. Блата Ультима — это мини-мод детский. О, Зизер за 65 тысяч. 600. Без пластика. Ну, что вы хотели за 65 тысяч рублей? 600. В отличном состоянии, тоже в Санкт-Петербурге. Продам Kawasaki ZR 600. За 96 года выпуска, на полном ходу. Так, ну... Что? Стрит. Нормально, 65 тысяч рублей. Цену, думаю, ну, более чем адекватная. GX 250. Давайте, это будет последнее объявление. Так, китаец, 59 тысяч рублей. Фотки фиг померчу. Ничего не видно почти. Он бы еще вообще. Просто ночь сфоткал, темноту. Продажа, мотоцикл в хорошем состоянии, 250 кубов. 14 год, обкатка пройдена, движок работает идеально, не дымит. Так, давайте посмотрим, фото только так же не планировал продавать. Интересный обмен на более мощную технику, как 400-600 кубов. Обмен? Что? Ты хочешь это на 400-ку японскую или 600-ку поменяться? Даже на корейца никто не поменяется. А 600-ок китайцев я даже не знаю. Это было последнее объявление. С вами был Мотобустер.